И все, привет, я первый давненько не играли в Angry Birds Go, давайте продолжать. Нам тут еще много чего предстоит пройти. Так, у нас мало голды. Так, поехали дальше. Бомбочка, сколько тебе, 240. Я не буду просирать до тебя, я, пожалуй, еще сильнее прокачаю свою тачку. Сколько стоит кач? А, тут только управление. Так, пускай будет. Хрен с тобой, я тебя порву по-любому. Не заставляй меня просирать на тебе. Дурацкая бомба, я забыл про тебя. Иди сюда, на! На тейкдаун сделай, как на Car Game сегодня. Блин, я отвык слегка от управления. Тихо. Пока мы на первом месте, все отлично должно быть. Так, мы почти доехали. Fuck yeah! Первое место! Бомба! Просто ГГВП. Все, поплачь немного. Так, все что ли? A new racer. Окей, здесь все. Типа надо выбирать теперь это. Все, у нас новая тачка. И надо покупать. Ну, что-нибудь покруче выбрать. Вот это кристалл это. Так, об этих тачках можно забыть, они платные. Так, блин. Так, какая-то кровать езжащая, но нужна голда. Так, ладно, мы поиграем еще немного. А, нужна голда. Мы ее получим. Бомба, привет, как дела? Черт, вот говно, а? Получайте. Так, иди сюда, ты, никербомба. И хрена я первый! Это было эпично. Теперь у нас есть голда. Тут уже побольше левел будет. Так, я не хочу этот драндулет, я хочу себе что-нибудь побыстрее. Теперь это надо прокачивать. И хрена себе это голды-то стоит. Хочу испытать бомбу. Интересно, как это будет. Так мало дают. А, теперь эти голубые будут. А начнем по традиции с этой гонки. Блин, тут уже темно. Так, где-то розовая фигня. Тут страдает фигней. Тут птиц много противников, уже свиней мало. Черт! Ох, йоу! На.
Так, куда ехать, я не знаю, куда ехать. Так, я уже незаметно получил первое место. А гонка уже большая довольно. Я допрыгнул! Первое место. Да, ни на что не хватает. Бум, давайте это. Вот ускорялка пригодилась бы. Блин, я забыл старые добрые звуки. Отсюда. Черт, черт, черт. Ладно, это было тупо слегка. Времени мало, давай, езжай, езжай, бомба! Ты супер сделай, я знаю, ты сможешь. Надо было пикать красного. Чертов лед. Давай, капелька! Фак! Я почти доехал! Говно. Лошарское. Если бы я туда не врезался, я бы доехал. Так. Будем продолжать пробовать. Пройти эту трассу. Хотя бы теперь я знаю, куда ехать. Шестиколесная, блин. Кто это изобрел вообще? Тупые свины. Самое главное, силы ноль. Это, блин, как таран должен быть вообще. Хорошо, поехала. Блин, чуть-чуть прыгнуть не смог. Что, прям на финиш приземлиться. Ну, хоть так. Так, чтобы с этими сразиться, нужно 300, ладно. Будем-то резать арбузы. Играть в фрут-ниндзи. Многовато фруктов тут выйдет. Эгегегей! Где я? Где фрукты? Отлично. С этим разобрался. Это говно. Вот собрал все мои монеты, а.
играют, раз. Ладно. Так, можно в эту сторону поехать тоже. Динамиты, блин. Так. Это было слегка неудачно. Я еле допрыгнул. Но, блин, так нечестно. Я второй. Только за то, что не коснулся той фигни. Ай, хрен с ней. Скорость буду качать. 303, но рано еще соревноваться. Чёртовы стопища и блоки, а. Повсюду. Так, ускоряйся. Кстати, я тут вижу, как частички всякие летят, там, типа листиков. Какого хрена он не ускорился? Ладно, так сойдет тоже. Отлично, успел. Это круто. Или как? Кушать пока ничего нельзя. Все такое дорогущее. Так, все на 290. Здесь долго копить монетки. Ладно, фрукты попробуем. Здесь налево надо заворачиваться, ладно. Лизя, пожалуйста, снова. Какого хрена я назад еду? Эй, так нечестно. О, фейл. Блин, надо другую птицу пикать. Давай ты хотя бы. Там так нечестно. Забирает мои фрукты. Оу, йоу, йоу, йоу. Блин, у меня слегка даже отсвечивает.
Ну блин, опять я ни хрена не собрал. Ну что за фейл? Дурацкие фруктовые фигни. Надо Acceleration качать. Ну вообще просто. Зашибись. Это ГГВП уже. У нас остается только бомба. Fuck you! Ладно, я грыжу тачку тогда. Что поделаешь? Опа, одна попытка-то есть еще. Ну а мы уже с бомбой будем играть тогда против синих придурков. Ну блин, подводит так она, а. Дурацкая Стелла. Все никак не пройду. Это не прошел. Это ГГВП. Даже ни одну не задел. С каждым разом хуже и хуже. Ладно, поехали дальше. Попробуем против птиц рубануть. Да change характер. Что они тут новый намудрили, я не пойму. Опа. Торт. Жил-был торт, жили-были птички, они из него вышли и упали в машинку. Конец! Ох, ё. Они создают ледяные блоки. Чё за херня? Произошла сейчас. Ай-ка, иди сюда. Блин, читер. Еще лучше. Да иди ты нахрен. Дай тебя догнать. Задницы свои кидай всякую херню, даже не взорвать его. Я первый нахрен. Это было эпично, я уж не надеялся выиграть. Получила по заслугам, точнее эти три маленьких придурка. Ну осталось только все потратить и все. Не получилось между двумя динамитами проехать. Как я рассчитывал.
Слушай, как тут все, блин, взлетает на воздух. Первая, как всегда, свинья. Сраная свинюшка. Так, ну я, в принципе, первый почти. Так, еле как первый. Да, и конец, эпичный взрыв. Со взрывом я приезжаю, переезжаю финишную линию и выигрываю все. Так, что мне еще качать? Скорость или acceleration? Вот так вот сделаю. А эти 330 хотят. Размечтались. Попробую еще раз. Это последняя попытка все равно, так что. Что гадать тут? Главное не дать им вырваться вперед. И самому резать эти фрукты. Да черт. Надо резать. Надо делать фрукт ниндзя. Удачно. Так, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть фруктов надо нарезать. Ну, слава богу, нарезал сколько надо. Так, с эпичным взрывом в конце я приезжаю. Бум! Они только доезжают. Так, ну чё, больше типа не осталось никого, все спят. Все уздали, птички. Ну тогда на этом мы, пожалуй, закончим. С вами был я, был первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.